Всем привет! Доброго времени суток! Сегодня у нас 2 марта. Я поздравляю всех с началом весны. Очень долго мы ее ждали, и пришла она у нас, конечно, рано. Зимы у нас почти не было, чему я очень рада. А сегодня хотела бы вам немножко рассказать о своих покупках в магазине Оби. Что я купила? Начнем, наверное, с универсального удобрения. Весна-лето, сад и огород. Фертика. Пользуюсь я им уже 2 года. Очень оно мне нравится. Здесь 5 килограмм. Таких пакетиков я еще брать буду где-то 3 или 4 штуки. Буду подсыпать под деревья, под кустарники. Довольна этим удобрением очень. Дальше я купила для томатов кристаллон томатный. Две штучки. Где-то он у меня, вот он, две. Купила ракурс от болезней хвойных растений. Вообще обычно обрабатываю хомом. Ну, купила на всякий случай, пусть будет. И наконец-то я нашла препарат, который называется Previcur Energy. Очень хороший, очень я им довольна. Значит, он у нас идет вообще, сейчас вам скажу, фитофторос на томатах, пернаспороз огурцов. Но вдобавок ко всему он идет как профилактика и лечение от ложной мучнистой росы на розах, что немаловажно. Разводить его нужно 3 мл на 2 литра воды, либо под корень, либо опрыскивать. Препарат относительно недешевый. Вот ампула здесь 20 мл, стоит, по-моему, то ли 260, то ли 270 рублей. Но он оправдывает себя, Previcur Energy. Вот здесь написано. Для защиты томатов и огурцов, загретого грунта от болезней. Но я говорю, также он хорош очень на розах. Я для себя открыла этот препарат в прошлом году, поэтому уже пробовала и осталась довольна. Вот такие вот покупочки. Еще хотела вам показать, как пополнилась моя зеленая аптечка. И вот она, моя зеленая аптечка. Сейчас я сложу сюда вот эти препараты. Что я здесь имею? Также у меня есть удобрения. Вот и цветочный кристаллон. Очень много покупаю я фитоспорина. Очень мне нравится. Я поливаю периодически им растения. И рассаду хорошо. В общем, от болезней помогает. Циркона очень много. Циркон я считаю для сада незаменимая вещь. Дальше. Он и от стресса помогает, поэтому хороший очень препарат. Очень много также я беру на сезон Эпина Экстра. Это антистресс. Также подходит очень использовать его на хвойных, когда после зимовки. Не все растения хорошо выходят после зимовки. Некоторые получают солнечные ожоги даже через лутросил. Поэтому очень хорошо своевременно все это опрыскать. Тогда не будет таких проблем. Слизнеед, потому что не дремлят они у нас, эти улиточки, слизни. Дальше, это у нас Максим. Луковицы я в нем замачиваю. Фитоверм. Уничтожает паутинного клеща, тлю и трипса. 3 штучки у меня уже стимулятора HB101. Я беру жидкий в порошке, мне в гранулках не нравится. Поэтому я покупаю всегда жидкий. Он тоже не дешевый. Ампулка стоит 6 мл, 230 рублей. Да, по-моему, 220 или 230 рублей. Вот 3 штучки у меня здесь есть. Так, дальше. Муравьин на всякий случай. Я люблю, когда у меня все под рукой. Конечно же, искра. Актара тоже, я считаю, незаменимый препарат. Он у меня есть в другом месте, Актара. Однозначно хом. Мой любимый хом, которым я обрабатываю все свои хвойные растения. Сейчас потеплеет, будет плюсовая температура.
И где-то к началу апреля я поеду обрабатывать, сниму вам видео, как я обрабатываю свои хвойные растения. Так, что у меня здесь еще? Ну, удобрения, я говорю, цветочные. Вот томатные у меня тоже еще были, огуречные, кристаллон. Сейчас покажу, что я имею на данном этапе из жидких удобрений. Сейчас также вам это покажу. Также я вот хотела вам показать то, что у меня из жидких удобрений. Это фертика кристаллон для гортензии и азалий. Впервые буду пользоваться, пока не могу ничего сказать. Агрипола жидкая для роз. Продолжительное цветение, яркие соцветия. У меня их две штучки. Вот одна, вот вторая. Решила впервые попробовать фертика кристаллон для хвойных. Жидкое комплексное удобрение. Обычно я беру форта. Ну, форт у меня незаменимо, я его обязательно куплю. Поэтому форта для меня на первом месте все равно идет. Дальше. Для петуний у меня пока два удобрения. Вот раз-два. Это как раз из серии форта, о чем я и говорила. Также, опять-таки, для роз и хризантем. Только уже форта. Здесь, здесь у меня была агрикола, две штуки. То здесь у меня два удобрения форта. Так, нет, стоп. А для роз и хризантем, а для петунии у меня три. Вот. Три получается вот таких и три таких для петунии. Дальше я купила профилактин. Я вам показывала уже это для обработки сада ранней весной. Буду им обрабатывать скоро. Профилактин. Также бордоская жидкость. Тоже для обработки сада. Вот такие вот удобрения, препараты. В общем, зеленая аптечка у меня пополняется. А на улице идет дождик, видно. Сейчас еще немножечко пробежимся по моей рассаде. Покажу вам, что у меня выросло. И вот мы подошли к моей рассаде. Что я хочу сказать? Помидорчики, вот видите, да? Маленькие-маленькие. Но, ребята, они зацветают. Вот. Как бы вот-вот-вот видно. Посмотрите, сфокусировалось все. Вот, четенько. Вот они зацветают. Такие маленькие. И уже собираются цвести. Просто удивительно на самом деле. Петунии начали расти не по дням, а по часам. Вот, посмотрите. То есть петунии я на днях, вот эти, по крайней мере, то, что большенькие такие, я их буду пикировать. А посмотрите здесь какие. Сейчас я дотянусь. Посмотрите. Вот такие петунии. И вот видно, у них уже корешки. Посмотрите, беленькие корешочки через таблеточку вылезают. Вот эту вот оболочку обязательно я буду снимать. Обязательно при посадке. Сажать я буду пока в 200-граммовые. Вот такие стаканчики. Те именно, которые вот такие уже большие, крупненькие. Так что помидоры у меня, в общем-то, зацветают. Что еще хотела показать? Хотела показать... Так, здесь перцы. С перцами тоже все хорошо. Надо бы их перевернуть немножечко сейчас. Так, сейчас, секунду. Вот. Вот это перцы у меня. И, ну, вот здесь вот они, это два баклажанчика. Все растет, все прижилось, все замечательно. Лилейники огромные. Здесь остики вылезли у меня все 7 штук, как я и сажала. Вот еще остики уже большие. Кустовые петунии, посмотрите, какие тоже становятся. Здесь 38 штук. Ну, я не беру, которые совсем, может, и побольше. Нет, 38, 39 их здесь, насколько я помню, считала. И бархоточки ванила, 10 штучек, тоже прекрасно растут. Все у меня стоит под лампами, солнышко нет пока. Вот такие бархоточки. В общем, все растет, всем я довольна.
Остики я скоро буду прищипывать, они большие уже. В общем, наверное, это все, что я хотела показать. Очень удивлена помидором, что так рано. Помидоры я буду еще сажать. Кстати, я уже и посадила, могу вам сказать. Ай, вот они. Это томатики Санька. Вот они, 4 штучки взошли в таблеточки здесь. И 2 здесь. Ну, в общем, посмотрим. На этом буду заканчивать я свой видеорепортажик. Будут вопросы, пишите, с удовольствием отвечу. Томаты, еще раз повторюсь, томаты у меня сорт Бэби. Они такие, как, ну, черики это идут. Так что желаю всем дружных, хороших всходов, хороших урожаев. Всем здоровья. Задавайте вопросы, с радостью отвечу. Кому интересно, подписывайтесь на мой канал. Скоро буду пикировать петунию. Также все покажу подробно, опишу. Удобрениями я пока не пользуюсь никакими. Пока все растет так. Все, мои хорошие. До скорых встреч. Пока-пока.